Платини, и вот шайба влетает в ворота. По-моему, не без рикошета, но так или иначе бросал от синей линии Оскар Фантенберг, и 2-1. С броском момент, и 2-0 сейчас становится. СКА увеличивает преимущество синей линии, все прыгают праздновать с Фантенбергом. В этот раз находит передачи Фантенберга, здесь два защитника и три нападающих в этой спецбригаде. И, пожалуйста, шайба влетает в ворота, СКА выходит вперед. Ну и нужно удобную передачу от Фантенберга отметить, это тоже важно. Встречаются петербуржцы, и шайба залетает в ворота. Как Фантенберг сделал передачу и добивание, даже не сразу увидел, что шайба залетела в ворота.